представить now I will introduce our next speaker. Я хочу представить Викторию Курченко, которая замечательный поэт, организатор и один из лидеров не только русскоязычной, но и украинской диаспоры здесь. Она создавала библиотеку и архив Украинского института Америки, стала президентом Пушкинского общества, старейшей нашей русскоязычной организации, которая уже 82 года создала центр-архив русской и украинской культуры в эмиграции, и с которой мы вместе провели много замечательных, запоминающихся мероприятий, и в том числе русско-украинские антивоенные акции. Я хочу похлопать их. Дорогие друзья, ну я хочу прежде всего поблагодарить господина Симбровица, который дал нам возможность здесь сотрудничать с американскими властями. Это для нас очень важно, потому что Нью-Йорк – это наш дом. Здесь живет огромное количество русскоязычных жителей. И мы должны понимать, что двери открыты не только в русском консульстве, но и в американских структурах власти, что мы часть этой страны. And we need to understand that the doors are open for us, not just in the Russian consulate, but also in the American structure of politics, because we are part of this country. И мы сегодня будем принимать эти очень важные резолюции для нас. Мы их начинаем с вопросом о русском языке. And we're going to decide on very important resolutions for us today. We're going to decide about the Russian language. Но на самом деле вопросов еще очень много. Это действительно вопросы поддержки финансирования наших культурных проектов. It's really an issue of additional financing of our culture projects. Потому что мы не выдерживаем конкуренцию с теми, кто по идеологическим мотивам получает деньги с каких-то других сторон. Are losing our competition with those who get more money for their ideological reasons. Наши задачи очень просты. Мы хотим на нашей культуре, наших традициях сплачивать людей вне зависимости от их расовой принадлежности, ориентации и вообще различных предпочтений. Я еще раз повторяю, что наши задачи являются сплотить людей вокруг вопросов культуры, образования, наших традиций. Нам не нужен будет перевод, потому что все, кроме ассамблеи, на ему переводят его помощник. Окей, значит, мы просто не поняла форму, sorry. И я надеюсь, что, выходя на эту дорогу сотрудничества, мы сможем выработать наиболее эффективный план по реализации этих вопросов. Если мы их никогда не поставим здесь, в этом помещении, то ничего само не делается, как мы понимаем. Друзья, я не буду зачитывать официальный доклад, хотя мне тоже очень хочется сказать об истории нашей организации, которая, как сказал уже Дмитрий, 82 года. Я скажу не в целом о том периоде, чем мы занимались, а хочу именно акцентировать на наши межэтнические, межславянские связи прежде всего. Так сложилось, что Пушкинское общество родилось в 30-е годы, и здесь, в диаспоре, тоже кипели страсти, как же относиться к Советскому Союзу, как относиться к Пушкину в новой идеологии. И основатели Пушкинского общества, это были люди, представители белой эмиграции, они, конечно, всячески объясняли американцам здесь, как важно бороться со сталинизмом. И вот сегодня настал такой день, когда мы можем провести параллели. Мы сегодня тоже отстаиваем демократию. И мы гордимся этим, потому что за нашими плечами
большой опыт работы этих славных людей. Если вы обратите внимание на наш стенд, я сюда принесли наш баннер, где вы сможете увидеть наши фотодокументы с 30-х годов, как все происходило. Если вам интересно, заходите к нам на сайт и посмотрите нашу историю. Тем не менее, несмотря на сложности внутри славянских организаций, я хочу сказать, что у нас есть опыт совместной деятельности и с Украинским институтом, как говорил Дмитрий. И те люди, которые начинали новую волну, всем известное имя Игоря Сикорского, он тоже выступал и в Пушкинском обществе, и в Национальной академии Украины здесь, Вильная академия наук, УВАН, так она называется. И вот основатель Михаил Ветухов являлся харьковчанином и прекрасно говорил по-русски. И бывало так, что происходили совместные как бы встречи. Одни люди приходили в русскоязычную комьюнити. С другой стороны, Михаил Карпович, который возглавлял новый журнал. Мне приятно, что и Марина Адамович с нами является организатором этого форума, соорганизатором. Михаил Карпович также приходил в УВАН, Украинскую Вильную Академию. Я как историк изучаю эти документы, и мне кажется, вот эти крупицы взаимопониманий, их надо демонстрировать, что не все так плохо. Помните, как Гумилев писал Ахматовой? Не всегда чужда ты и горда, и меня не хочешь, не всегда. Все-таки бывает вот это вот взаимопроникновение, без ненависти, на понимании культуры, на понимании тех основных задач, которые мы делаем. И поскольку у нас архив исторический, не только деятельности Пушкинского общества, но и всех многих других организаций, сопричастных с нами, я хочу обратить ваше внимание еще один интересный плакат. Вот там вот на стеночке, где Юлия Храмцова, наш исполнительный директор, сегодня работает для вас, есть плакат. Он выполнен здесь, в эмиграции, это 30-е годы, и там изображен президент Польши. Мастицкий был такой. И вот в поддержку независимости Польши был в русской редакции, в русском издательстве, которое возглавлял Александр Еременко, напечатан этот плакат. Их почти не осталось, но у нас вот в нашем архиве он хранится. Это удивительный такой момент, вот, который и демонстрирует, что межчеловеческие связи, связи культуры, они работают, они помогают доносить наши позиции и двигаться всем нам вперед. Так что я призываю вас посмотреть нашу маленькую выставку. Конечно, она посвящена прежде всего Александру Сергеевичу Пушкину, который вместе с нами всегда и везде. И я очень горжусь тем, что сегодня этот форум, вот мы вспомнили поэта и прозвучали его стихи, которые замечательно подготовила Наташа Пирж, спасибо большое. И Борис Барукаев, вице-президент Пушкинского общества, ИЛИАК, тоже, так сказать, сумел оттолкнуться от этой нашей пушкинской темы. Ну, все, друзья, я на этом закончу такой, может быть, спонтанный обзор.